Греки по всему миру сегодня отмечают День независимости. В этот день, в 1821 году, в Греции началась революция, итогом которой стало освобождение от 400-летнего османского господства в стране. Торжественные мероприятия прошли и в Одессе, и в Музее Греческого фонда культуры. Там собрались представители диаспоры, официальные делегаты из Греции, местные чиновники. Для греков Одесса имеет особое значение. Дело в том, что в начале 19 века именно в Одессе была создана тайная организация «Филикия-Тария», которая в дальнейшем стала локомотивом греческого освободительного движения по всей Европе. Участники торжества возложили венки к скульптурной композиции, изображающей троих основателей этого общества. Мы все греки говорим спасибо, потому что из этого город, из этого места начали новую историю для Греции. И поэтому этот город мы чувствуем как наш город. День независимости Греции совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы, поэтому для нас это двойной праздник. А кроме того, этот день мы воспринимаем как начало весны, возрождение природы. Вот почему 25 марта так любят в Греции.